Ребят, всем здорово. В общем, видео у меня сегодня немножко нестандартно начинается. Нахожусь я в своей каюте. Смотрю фильм «Брюс Ли». Все-таки мотивирует немножко на спорт. Вот. Но дело не в «Брюс Ли». Сегодня хотелось бы попросить вас, кто может, помочь репостам данного видео, вот, ну или просто ссылка, которую я оставлю под видео, помочь парнишке, который не так давно разбился на мотоцикле, но, к счастью, он остался живой, 2 недели в реанимации. Вот, буквально сегодня он очнулся, дотянулся до телефона, мы с ним списались. Я пообещал помочь тоже, чем могу, соответственно, и деньгами, и, ну, соответственно, репостом во всех соцсетях, которые у меня есть. Вот, я думаю, не так это сложно на самом деле сделать. Вот, потому что с каждым может случиться. На самом деле наблюдаю вот эту картину, когда именно происходит какая-то беда с мотоциклистом, то половина, а то и больше сразу же отсеивается, как бы не замечая, что человеку на самом деле надо бы помочь, да, там мотобратство, все дела, но по факту получается, что больше половины просто жалеет даже там 100 рублей перевести. Вот. Но это выводы делаю именно по репостам, которые там мотоциклистов намного больше, чем репостов, которые есть вообще на странице у этого человека, вот, потому что ее выкидывают во всех мотосообществах ближайших, да, где он родился. Он сам с Северодвинска, то есть переехал в Ростов, авария, соответственно, в Ростове, вот, соответственно, ссылка на него в мотосообществе в Архангельске, в Северодвинске, в самом Ростове, возможно, где-то еще, вот, но этого недостаточно, поэтому надо помогать. Вот, все, пожалуй, да, по этому поводу. Что еще хотел сказать по поводу работы в смешанном экипаже, да, и что происходит сейчас на данный момент вообще с будущим для наших моряков. Все очень печально, я уже убеждаюсь не первый раз, на самом деле уже очень сильно филиппинцы сбили именно, так сказать, вакантные места для наших моряков. И поэтому скоро, очень скоро будет совсем сложно устроиться. Вот. Причин для этого очень много, потому что не так много наших моряков, матросов, да, которые знают хорошо язык. Главная причина – это язык, потому что даже матросу надо его знать. Поэтому, ребята, пожалуйста, учите им максимально хорошо. Во всех компаниях на это очень хорошо обращают внимание, потому что будет у них выбор между вами и филиппинцем, они выберут его. Вот. Это вот одна проблема. Вторая проблема, что работа с ними достаточно сложно. Я не говорю про себя, мне нормально. Просто вот в плане того, что некоторым, допустим, старпом не может с ними сработаться, ему не устраивает, он вспоминает, как было хорошо с русскими. Вот. Это все зависит, опять же, да, от психологической твоей подготовки. Как ты настроишься, а так ты и будешь работать с ними. Вот. Я много раз уже работал с ними, и, в принципе, проблем особых нет. Единственное, говорю, что минусы, где-то что-то как-то обидишь, все, начинаются жалобы. Вот вчера у нас был сефти-митинг, значит, на мосту все собрались, в том числе и капитан, естественно. Вот. Ну и на старпома погнали, значит. Эйби сказал, не говори так, что ты как бы, что I'm boss, типа, чик, не говори, что I'm boss, типа, ты не можешь быть боссом, босс это только человек, который выше капитана и судовладельца, вот. Но, на самом деле, этим самым он не хотел задеть матроса, но, тем не менее, они это упомянули при капитане. Там норвег у нас уже упоминал об этом. Вот, второй матрос сказал, что ОС, что же он сказал-то? А, типа, нет у нас в экипаже teamwork, типа, командной работы, вот, и, типа, уважение он хотел бы больше в его сторону, вот, ну, так, про
тебя, конечно, тоже поугарал я. Вот. Когда мы идем в трюм работать, и половину там трюма выметаешь, пока они спят, то есть мы их не поднимаем, допустим, да. То есть, как бы, ну, как это считать, уважение к людям все-таки у нас с нашей стороны или нет. Вот. Непонятно. Но они еще не работали как бы на тех судах, где реально пашут, и по двое суток не спят. Вот. Третий пожаловался, то, что я на швартовку не вышел, хотя у нас 6 через 6 стоит, соответственно, если на чифровахте, чип выходит на швартовку. Ну, видно, в тот момент просто отсутствовал. Тоже. Короче, все претензии от них были высказаны. То есть в русских экипажах такого бы не было. Поэтому, ребят, давайте будем поднимать флот, будем учить язык и стараться возвращать все в свое русло. Иначе скоро будет трындец. Все, спасибо за видео. Мы продолжаем смотреть Брюса Ли.